главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. В ходе очередной 31-й сессии депутаты регионального парламента приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период. Защита прав ребенка. Какие меры на уровне закона востребованы, а что будет излишним? В Нарьян-Маре обсудили уже нашумевшие законопроекты Крашенинникова, Клишаса и Мизулиной. Добрые дела – это просто. По таким девизам в Нарьян-Маре прошел профориентационный благотворительный проект «Моя жизнь – мой выбор». Дети смогли попробовать себя в профессиях индустрии красоты. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Депутаты регионального парламента в ходе очередной 31-й сессии приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период. Этому предшествовала кропотливая работа профильных депутатских комиссий. Законопроект прошел нулевые чтения, депутатские и общественные слушания. Ольга Русл продолжит. 10 из 23 вопросов, включенных в повестку 31-й сессии собрания депутатов, были посвящены главному финансовому документу региона. И теперь работа над бюджетом переходит на второй этап, в ходе которого необходимо учесть все рекомендации. Мы сейчас переходим ко второму этапу и будем работать над поправками. Есть, конечно, большое желание учесть все предложения, которые здесь прозвучали. Я думаю, бюджетная комиссия у нас здесь активно поработает в этом направлении. У нас есть предложения. И самое главное, что я хочу отметить, самое главное, что у нас по результатам всех вот этих мероприятий, которые прошли по бюджету, были сформулированы рекомендации, о которых мы сегодня говорили, и которые не будут обязательно учтены. И б, это второе, у нас все эти вопросы войдут в планы работы профильных комиссий по вопросам бюджета. В первом чтении принята доходная и расходная часть главного финансового документа региона. В 10-дневный срок после общественных слушаний депутаты и губернатор могут разработать свои поправки. А 10 декабря они будут рассмотрены на заседании профильной комиссии. В середине декабря мы эту работу завершим, когда учтем вот эти рекомендации, о которых я сейчас сказал, и, соответственно, те плановые мероприятия, которые каждая комиссия в отдельности будет планировать для себя. Во втором чтении мы уже примем с учетом поправок и с учетом текстовой части. Это то, что касается бюджета на 2021 и последующие 2022-2023 года. Кроме того, на 31-й сессии в закон об окружном бюджете 2020 года внесены очередные изменения. Общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год увеличивается на 2,9 миллиардов рублей и составит 19,6 миллиардов рублей. Общий объем расходов увеличивается на 3,5 миллиарда рублей и составит 23,3 миллиарда рублей. Дефицит окружного бюджета составит 3,7 миллиардов рублей. Увеличение связано с включением в доходы безвозмездных поступлений на сумму 4,1 миллиард рублей с федерального бюджета. При принятии проекта окружного бюджета в декабре прошлого года не в полном объеме были предусмотрены отдельные расходы, в том числе затраты на коммунальные услуги образовательных учреждений. Поэтому выделены средства на погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Составила 11 миллионов, и для них это на самом деле очень большая сумма. Поэтому было принято решение о том, что мы по департаменту образования возмещаем все коммунальные услуги, и будут они погашены на 1 ноября 2020 года. То есть все затраты по коммунальным услугам на 1 января по данному департаменту будут закрыты. За счет резервного фонда правительства Российской Федерации 4 миллиарда рублей будут направлены на строительство автодороги Нарьян-Мар-Усинск. Дополнительно поступившие федеральные средства направят также на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории округа и на выплаты медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлен коронавирус. Мы также просили департамент, чтобы финансов, чтобы предусмотрели средства непосредственно все по санавиации. И эта сумма у них составляет около 24 миллионов уже. Но в поправках данных учтены 14 миллионов. Еще, пока на сегодняшний день 10 кредиторская задолженность. Но и мы непосредственно необходимо, наверное, учесть, что будут еще дальше полеты. Добавлены средства на доставку
поставку продовольственных товаров в сельские населенные пункты. До необходимого объема доведено финансирование отдельных соцвыплат, в том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно многодетным семьям, пенсионерам. Добавлены субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в школах и СУЗах. Кроме того, в прошлом году депутаты предложили увеличить стипендии студентам организации среднего профобразования, поэтому добавляются средства на выплату повышенной стипендии с 1 сентября этого года. Подробнее о решениях 31-й сессии расскажем в программе «Законодатели». Ольга Русул, Леонид Шишелов, Антон Водряков, телеканал «Север». На территории Ненецкого округа, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 25 ноября выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – жители города Нарьян-Мара и поселка Красное. Увеличилась и статистика среди выздоровевших. За последние сутки выписан 21 человек. Таким образом, на сегодняшний день лечение от COVID-19 с подтвержденным результатом ПЦР-лаборатории получают в регионе 90 пациентов, в том числе 9 бессимптомных носителей. В стационаре лечится 16 человек, амбулаторное лечение получают 74 заболевших. С начала пандемии в округе проведено более 13,5 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции, за прошедшие сутки 89. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 575 человек, в том числе один в обсерваторе, снят из контроля за прошедшие сутки 47 жителей округа. Изменения в российском законодательстве, отменяющие запрет на любительский вылов семги с помощью спиннинга, существовавший с 2008 года, позволил с помощью торгов определить первый рыболовный участок на территории Ненецкого округа, где такая рыбалка будет разрешена. Об этом важном для любительской рыбалки событии доложил в ходе видеоконференц-связи с губернатором Ненецкого округа руководитель Департамента природных ресурсов, АПК и экологии, отметив при этом, что данная практика распространена в Мурманской области и пользуется спросом. Для любительского рыболовства в округе это знаковое событие. Речь идет о реке Волга. Это попутно способствует развитию туризма в округе, будет стимулировать развитие и пользование услуг отряда при привлечении туристов для любительской рыбалки. При этом это также усилит и охрану данной реки, потому что появляется ответственный пользователь, который будет следить за состоянием реки и за проведением противобраконьерских мероприятий. По мнению главы ведомства, любительская рыбалка будет стимулировать активность предпринимательства и привлечет в регион туристов. Защита прав ребенка. Какие меры на уровне закона востребованы, а что будет излишним? На Нарьян-Маре обсудили нашумевшие уже законопроекты Крашенинникова, Клишаса и Мизулиной. Напомню, обе эти инициативы были отклонены Государственной Думой. Однако принимать законопроект, который будет регулировать защиту прав ребенка, особенно в так называемых неблагополучных семьях, все равно необходимо. Еще летом оба законопроекта были внесены на рассмотрение Государственной Думы и были отклонены. Слишком большой резонанс они вызвали среди населения страны. В целом, оба документа касались урегулирования различных процессов, в том числе и внутри неблагополучных семей. В частности, отобрание. Именно такой термин применяется разработчиками детей от неблагополучных родителей. Наверное, нужно помогать семье в целом. Причем семье любой, не только семье, у которой есть трудности. А ведь даже благополучная внешняя семья, да, материально обеспечена, она ведь тоже испытывает огромное напряжение от того, что она не может воспитывать, возможно, ребенка в соответствии с ее ценностями. Потому что и семья, и ребенок живет в окружении, когда СМИ, средства массовой информации, вся наша вот массовая культура, или культура, в которой мы сейчас живем, я правда не знаю, можно ее называть культурой, да, полностью безнравственно или в большей мере безнравственно, когда ребенка трудно воспитывать на тех ценностях, в которых ты сам убежден. В итоге уже постфактум было предложено еще раз обсудить эти законопроекты на местах, выработать стратегические оценки. Проведение таких дискуссий инициировал генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По мнению партийного лидера, необходимо собрать предложения для последующей работы над законопроектом. И одно из предложений – сделать формулировки закона более четкими, чтобы исключить нюансы. Один из примеров – это, допустим, ветхое аварийное жилье. Да, может быть, этот критерий взять во внимание, да, изъять детей
из семьи, да, он тоже может быть, говорит, ветхая аварийная угроза жизни и здоровью. Это как один из поводов ребенка. Вместе с тем, мы же понимаем, что у нас очень большой процент ветхого жилья, требующий особенно в сельской местности. Вот один из примеров можно привести. Да. Поэтому это регулирование должно настолько тонко осуществляться, чтобы нам прежде всего сохранить семью и обезопасить детей от негативных последствий изъятия. Римма Галушина, сенатор от Ненецкого округа, выступала одним из разработчиков законопроекта Мизулиной. Этот документ готовился не один год, работа была кропотливой, но все же его отклонили. Эта норма, она была продиктована правоприменением 120-го федерального закона. Это комиссии по делам несовершеннолетних, когда занимаются вопросами безнадзорности детей, то они сталкиваются с ситуацией, что дети находятся у бабушек и дедушек, но при этом родители ведут, там, допустим, какой-то, ну, скажем, маргинальный, да, образ жизни. Вот. И возникает вопрос, что дети не находятся, ну, что дети находятся без надзора, дети находятся, при этом они находятся у бабушек и дедушек. Но это другая совершенно ситуация, то есть это вещи уже не семейных отношений, а это вещи административных отношений. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе Галины Гуляевой, современный законопроект, который бы регулировал отношения в сфере защиты прав детей, необходим. Но он должен быть взвешен и совершенен, чтобы исключить неправомерные случаи отобрания детей из семьи. Главное, чтобы права ребенка, которого изымают из семьи, не были нарушены. То есть действительно ребенок нуждается в том, чтобы его изъяли из семьи. Сейчас, я вам говорю, сейчас есть масса злоупотреблений, и несмотря на то, что этот механизм, он работает, он закреплен судебными решениями, но тем не менее он несовершенен. Мнение родителей на круглом столе представила член клуба многодетных семей Ольга Ульяницкая. По мнению матери, принимать законы в том виде, в котором они были представлены, нельзя. Государство должно заботиться о том, как помочь семье, а не как наказать, отобрать ребенка. Многих проблем можно избежать, если усилить государственную поддержку семей с детьми. В данный момент, конечно же, есть различные нюансы, да, есть недоработки. Вполне возможно, его стоит дорабатывать, перерабатывать, но не в том формате, да, в котором он сейчас предлагается. И на сегодняшний день, я думаю, что он даже не подлежит обсуждению, потому что не прописаны очень многие нормы, да, и конкретика. Оба законопроекта отклонены Государственной Думой, но это не означает, что работа в этом направлении завершена. К проекту закона о защите прав детей вернутся позже, при этом учтут пожелания регионов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Взяли шефство над окружными юнармейцами. На Рейнмаре состоялось первое заседание попечительского совета регионального отделения юнармии. Участие в нем приняли командиры воинских частей, расположенных на территории округа, и представители полиции. Инициатором создания попечительского совета выступила член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от собрания депутатов Ненецкого округа в Федеральном собрании Римма Галушина. В ходе мероприятия было согласовано положение о попечительском совете и выработаны основные направления работы движения в регионе. Руководитель регионального движения юнармии Данила Хмаренко рассказал собравшимся о планах юнармейцев. Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок», финал игры «Зорница» и финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». На основе этих мероприятий проводятся региональные мероприятия, региональные соревнования, по итогам которых в перспективе мы бы хотели видеть ребят на финале этих игр. Кроме того, юнармейцы планируют участвовать в различных акциях и социальных проектах. В ближайшее время в округе пройдет акция «Письмо солдату». Юнармейцы напишут письма солдатам-срочникам из Ненецкого округа. Кроме того, Данила обратился к командирам воинских частей с предложением провести наставническую работу с юнармейцами. Конечно же, есть масса вопросов, которые необходимо решать, в том числе, например, проведение каких-то сборов. И, конечно, здесь в первую очередь это помощь будут наши воинские части. Это, конечно же, организация работы с молодежью, это, конечно же, наша исполнительная власть и наши учреждения. Вот, например, первые сборы мы уже планируем провести сейчас во время
время каникул на базе туристического центра. В состав попечительского совета также вошли вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов и руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Антон Пустовалов. Создание попечительского совета обусловлено тем, что патриотическое воспитание молодежи является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики в Российской Федерации. Все члены совета будут иметь возможность оказать активную помощь юнармии для реализации основных задач военно-патриотического движения. В Нарьян-Маре стартовал национальный чемпионат «Обилимпикс». Традиционно он проходит в Москве, но из-за непростой эпидобстановки в стране в этот раз его проводят в очно-дистанционном режиме с 23 по 29 ноября в регионах. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» – это не только соревнования по профессиональным компетенциям, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов. Конкурсы «Обилимпикс» проходят в два этапа. Первый из них – региональный. Он прошел в Нарьян-Маре в сентябре текущего года. Он был третьим по счету в Ненецком округе. На первом этапе определяются региональные победители по разным профессиональным компетенциям. Хочу отметить, что он проводится у нас в рамках национального проекта «Молодые профессионалы», рек-проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. В этом году у нас проходил третий чемпионат. Хочу отметить, что по сравнению с первым чемпионатом, который мы, соответственно, проводили два года назад, у нас увеличилось количество компетенций практически в два раза, и ежегодно происходит увеличение как участников, так и экспертов, что, в принципе, нас не может не радовать. 24 и 25 ноября победители чемпионата «Обилимпикс» регионального уровня приняли участие в конкурсе на федеральном этапе в нескольких профессиональных компетенциях. Художественное вышивание, вязание крючком, парикмахерское искусство, обработка текста, вязание спицами. Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого округа «Доступная среда». Состязания прошли на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума и регионального центра образования. Участие в национальном конкурсе прошло в очно-дистанционном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Добрые дела – это просто». Под таким девизом в Нарьян-Маре прошел профориентационный благотворительный проект «Моя жизнь – мой выбор» для детей, оказавшихся без попечения родителей или находящихся в замещающих семьях. Его участники попробовали свои силы в индустрии красоты. Подробнее в следующем материале. О том, что такое маникюр и как его делать, Юля Бобрикова знала и раньше. Но вот о том, чтобы освоить эту профессию самостоятельно, девушка могла только мечтать. Воспитанница центра «Наш дом», несмотря на непростую судьбу, открыта всему новому и продолжает искать себя. Я хожу в педколледж, там я в разные тоже клубы хожу. И инглиш-клуб, пресс-центр, и мой выбор. Еще там волонтерство, да. Юлия ищет творчество во всем, поэтому с удовольствием согласилась на участие в проекте и месяц осваивала навыки мастера по маникюру. Вместе с ней ногтевой сервис и парикмахерское дело осваивали девочки из Центра содействия семейному устройству «Наш дом» и дети, которых воспитывает замещающая семья. Всем девочкам нравится, все веселые, улыбаются всегда, приходят с удовольствием. Получается, вот у нас Яна есть девочка, она в «Обилимпиксе» участвовала уже, да, и у нее прям вообще очень хорошо получается все. Девочки на маникюре, они прям тоже за месяц. И иногда смотришь на девчонок, которые курсы целые заканчивают, таких результатов нет, как у них. Благотворительный проект «Моя жизнь – мой выбор» – личная инициатива Анны. Все траты она взяла на себя, чтобы помочь хотя бы небольшому количеству детей выбрать верные ориентиры в жизни и показать многообразие профессий. Больше всего ей хочется донести до своих подопечных, что работа может приносить удовольствие и быть любимой. Чтобы дети поняли уже в возрасте, начиная от 14 лет, что им интересно. И это не один какой-то день, да, когда быстро пробежались по кабинетам и ничего не поняли, а это именно целый месяц, на протяжении месяца, чтобы они к нам ходили, пробовали сами на живых людях, тренировались и для себя уже делали какие-то выводы. Анна надеется, что вдохновит и других индивидуальных предпринимателей города на подобные профориентационные проекты для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ведь только мы, взрослые, можем создать нужные условия, в которых дети смогут выбрать свой правильный путь. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.